Бастузский завод по производству железнодорожной продукции «Проммашкомплект» вступил во вторую пятилетку программы индустриально-инновационного развития. Предприятие строит комплекс по производству железнодорожных колес. Это позволит в разы увеличить производственную мощность и максимально покрыть потребности железнодорожных компаний в данной продукции. Ербол Абишев расскажет об этом подробнее. Завод по производству железнодорожной продукции подводит итоги первого полугодия. Успехи радуют. В производственной линейке предприятия на сегодня 22 типа стрелочных переводов и 8 подвидов железнодорожных колес. Завод обеспечен заказами до конца года. Номенклатура у нас растет ежеквартально, так как мы ежеквартально осваиваем новые проекты. Чтобы обеспечить потребность наших заказчиков, у нас продукция соответствует всем стандартам качества СМК. Поэтому мы работаем, усовершенствуемся, и люди обеспечены работой. Это предприятие строилось по госпрограмме индустриально-инновационного развития. Здесь хорошо помнят, как завод завоевывал свою нишу на рынке. Первую продукцию здесь получили в 2013 году. Тогда единственным заказчиком была национальная компания «Казахстан Теміржолы». В августе 2014 года в рамках рабочего визита в регион завод посетил глава государства. Было приятно видеть его счастливые, довольные глаза, когда он ходил, смотрел, щупал своими руками наши сердечники обработанные. И когда он стоял с людьми нашими, разговаривал. Это, честно говоря, такое доброе, хорошее остается в душе. Сегодня завод расширяет географию поставок своей продукции. Совсем недавно предприятие посетили делегации из Турции, Ирана и Азербайджана. Эти перспективные рынки дадут и Бастузскому «Проммашкомплекту» новых потребителей. Иностранных гостей удивила и порадовала кадровая подготовка местных специалистов. Айдус Нуркитаев начинал производственную карьеру с обычного рабочего. Сегодня он уже руководит отдельным участком. На данном заводе есть учебный комбинат, на котором можно повысить разряды, получить квалификацию. То есть все условия, созданы все условия для того, чтобы расти. За прошедшие 2 года здесь также освоили производство тележек для грузовых вагонов. Теперь строят комплекс по производству железнодорожных колес. С прошлого года завод «Проммашкомплект» приступил к реализации второго этапа государственной программы индустриально-инновационного развития. В рамках этого проекта предприятие намерено в 3 раза увеличить свою производственную мощность. Уже к 2017 году здесь начнут выпускать до 200 тысяч штук железнодорожных колес. Ербул Абишев, Алексей Мельницкий, Исиги Бастуза, 24 КИЗ.